Давай, поиграем. Я сегодня на стримчик, тогда уж раз StarCraft. Давай, давай. Так что, ты можешь зайти на Америку? Заходи. Нам же все равно, где играть. Просто мне что-то с нее уходить лениво. А я тут в серебре. Ты же понимаешь. А я тоже отобрал серебро, выиграл алмазы, дали золото. Ты чувствуешь, как мы прогрессируем? Ну, как быстро. Как быстро, да. Ну, по сравнению с тем, что вчера и позавчера нам показали на ВЦГ, я очень опечален. А я не смотрю. Так, А и ну не давай тогда. смотри, потому что Лайв Зерк укатался, по-моему, всем, с кем играл, и Браток укатался тоже всем, с кем играл. Не знаю, есть ли там какие-то наши протосы, но... Так, ты мне скажи, надо добавить Ревун тогда. 880. Тут Дима рядышком сидит, смотрит, спрашивает наши протосы так ехидно. Ну, в общем, он не знает, о чем он говорит, к сожалению, но он очень прав. Просто он абсолютно, абсолютно прав. Так, что-то я. Не находишь меня? Не дается найти дрон. Что-то это не то. Может Так, быть, стоп, я а я, может быть, здесь? не. А, нет, я сменил, все верно. Так, ну добавь меня тогда, что ли? Так, у меня А, 800. конечно, я же здесь, господи, я, конечно, здесь не ревун 880. Давай я тебя добавлю. А ты какой, как тебя зовут на У Америке? меня также лав 568. Я же так. Настоящее имя или батл так? Персонаж. Вот, персонаж Джим. Так, лав. Какой там номер? 500? 68. 68. Хорошая цифра. О, вот. Так, надо запустить тогда твой стримчик, что ли? А Надо. чё на него смотреть на мой стримчик? Стримчик-то удалил даже уже. Так, вот так вот. Тебя приглашаю в группу. Так, сейчас я Я тебя добавлю тогда, добавить друга. делаю тебя лидером. Черкай там карты, какие положено черкать. Я вообще ничего не знаю в теперешнем 2 на 2. Вообще ничего не знаю в теперешнем StarCraft. Я буду играть рандомом. Получится из этого сплошная гомосятина, но мы же ради удовольствия здесь. Так, Мулька, у ты меня если будешь смотреть, ты все-таки выключи телевизор, пожалуйста, ладно? Давай. сканиров, отражение, район охоты. Так, танкер останется, остров останется, слоение останется, долина камня останется. Да, ну на одной из карт придется нам поиграть, но в принципе она неплохая. Ну, посмотри те, где рампы поуже, что ли, чтобы там... Ну, менее чизозависимые какие-то вещи. Вдруг мы макро сыграем. Не дай бог, конечно. Я выбираю, наоборот, знаешь, какие убираю? Те, где одному из игроков, вторая удалена довольно-таки. А, ну тоже хороший вариант, да, тогда чтобы. И где много проходов, ну такие, в общем, на удобство рассчитаны. Так, ну поехали тогда, я Поехали запускаю. так, Эни Рейс, Эни Рейс, Эни Рейс. Дайте нам ГМЛов. Дайте ГМЛов нам поиграть. Смотрела я, как некоторые наши ГМЛы вчера играли. О, ребятки. Ну, я понял, что блинк пуш в ПВТ, он вообще решает, конечно, там... Там человек просто катнул братка так, что прямо... И все, Джим там прожал, прожал и еще раз прожал. Там один бункер не выстоял, второй бункер не выстоял. Две сентри творили чудеса. Так, ну что, там два тирана. Это значит, что мы ждем что-нибудь однобазовое. А у Мне кажется, нас... дропы будут на этой карте. Ну, по крайней мере, я бы дропал. А у нас зерк. Слушай, они не доживут до дропов. Ты чего? Это же пятый и 35 уровень. Особенно пятый. Мазер, фазер и чокопул. Чокопул. О, класс. Я играю барак ЦЦ. Отлично. Барак ЦЦ я вроде как умею. Да, Недостаточно что? минералов. Недостаточно минералов.
Ну, мы, видишь, с товарищем играем, поэтому мы играем вдвоем против двоих таких же, других товарищей. Они будут играть вот такими же тиранами, такими же, как у меня. А мы будем играть тираном и зергом. Вот смотри, наша база. А вот база зерга. Вот это вот две наши базы. Я тут просто параллельно просвещаю молодое поколение. Да, я слышу это. Старкрафтной реальности. Нет, я пытаюсь просто пояснить. Так. Как скажешь, что происходит? Недостаточно минералов. А как играет барак ЦЦ, да? Черт, там вроде 12-й барак там должен вставляться, а потом ЦЦ. Так, а вторая моя это вот здесь, вот, да, вот наверху, в самом верхнем углу, да? Получается, да. Окей, нормально, это как раз подходит. Так, ты разведаешь, наверное, да? Ну да. Окей, ты же у нас зерк. Там крипы, все такое, это же по вашей части. К нам первая КСМ-ка. Да, это не важно. Главное, чтобы она не пыталась нас, например, фотонить. Так, а где мы будем ставить бункер? Где у нас заезд? Ага, вот у нас заезд. Где, да, вот этот вот. Заездов так-то два. То есть не застроимся, если что. Ну, надо понимать тогда, в чем нет, дело. Нет, застроимся, а там просто второй перекрыт пока камнями. Окей. Ну, вот он здесь. Да, я вижу. А как ты маркер кидаешь? Alt-G. Alt-G? Ага. Ну, это с Warcraft 3-го еще. Левочка осталась, так скажем. Так, я запилил этого паренька. Так, быстренько цеху. Быстренько морпеха. Корявенько я играю барак ЦЦ, но это ничего, мне простительно, я нуб. Так, что там у них? Это что такое? Это что за дрянь? Это один так, барак. У этого два барака. У Мазерфайвера, и ставит он третий. То есть все ожидаемо, у этого барак тоже есть. То есть окей, все как бы. Значит, бункер. Как бы бункер. Сразу же. Ну, они ставят два барака, и мы ставим два барака. Угу. Я сейчас полечу, посмотрю поближе, еще что-нибудь такое жертвенное сделаю. Да, малыш? А за нас Костя все разведает. Нам не нужно по этому поводу волноваться. У нас отличная разведка. Зерги отличные разведчики. У них оверы, которые летают, а потом со временем они начинают еще и быстро очень летать. Много барак. Очень много бараков. Что происходит? Сейчас залетаю прям в наглую, смотри. Добавим. Полная разведка сейчас будет. Ну отлично, отлично. Все отлично, все идет по плану. Все отлично. Это значит второй бункер сейчас мы быстренько ставим. То есть у одного 4 точно, и вот уже там мини-выход, там мародер у одного, а у второго будут марики. Да, тут два будут мародеры и марики точно теперь уже абсолютно явно, и скорее всего к нам уже идут. Скорее всего. Да, вот они идут, да. Починочка угу. Пошла. Давай, у меня ребятки тоже уже на подходе, вот это первая штука. Оп-оп-оп, пацаны, давай! Мочи нас, мочи, сильнее, бей как умеешь. Что-то не так. Что-то не так. С производством. Они немножечко в окошко такое пришли, неудобное, так скажем. Так, надо на газ перевестись. У нас кто-то перевелся уже, а кто-то еще нет. Так. И, конечно, по минералам я просел с этой починкой. Так, они наверняка будут сейчас стучаться в другую дверь. А я пока поставлю фэктори. Ну, у меня там все есть, то есть смотрим. Наблюдаем за ними прекрасно. Все видно. А нет ли у нас случайно какой-нибудь там... каких-нибудь бейлингов? Сейчас будут.
Дейнеги ставится. Скорость собакам доделалась, все прекрасно. Понятно. Все отлично. Да я немножечко хочу экономику поднять, потому что все-таки. Ну, сейчас, да, ну мы отбились. Ну, в принципе, да, просто неизвестно, что они выберут, так скажем, на следующий пункт. Так. Завершено. Я делаю Steam. Ага. Supply блок. А. Ну, краб. Ты краб, медведь. Ты просто лошина. Так, нет, ничего, я себе это прощаю. Так, добавляем две инженерки. Ну, не знаю, я собираюсь дроп отлично. Ну да, разводи, пока я вот выйду, и все будет, в принципе, отлично. Да, там толпа мариков, ставится бункер, то есть я сейчас еще вот посмотрю, есть ли у них вторые базы и собираются, в принципе, они ориентироваться на дальнейшую игру. Так, и может быть какие-нибудь сейфовые танки у меня появятся. Ну, прекрасно. Ну, сначала все-таки медиваки. Да, у них там ТЦ-хи, между прочим, уже работают. Ну, они и должны. Я когда тиранами играл, ТЦ-хи всегда работали. Нет, вторые, я имею в виду. Ну, я понимаю, да, конечно. Недостаточно. Так, я газы-то поставил, а на них тоже не перевелся. А, я Вася. Я Василий. Зовите меня Василий. Войска союзников атакованы. Так, по грядам пока 0-0. Отлично, а сейчас будет 1-1. У меня будет, к сожалению, еще не скоро. Так, там просвет кидается, я думаю, они собираются выходить. Хотя нет, наверное, нет. Недостаточно минералов. Ты куда уехал, родной? Ага, понятно. Недостаточно минералов. Да, малыш. Так, нам нужны щиты. Так, вот что нам не хватило, так это... А, да, supply блок, слушай, а. Так, и... Нет, вот этого танка я тебе оставлю. Это я полетел дропаться. Это я полетел дропаться прямо вот сюда, в минералы. Привет, экономика! Довольно-таки неплохо получилось. Я был поближе и успел бы зафокусить цеху. Ну ладно. Да норм, я зафокусил. Танк удачно разложился очень. Прямо очень. Оп, валить, 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 валить. И передропчик. Опа. И вот сюда. Привет, экономика. Как у вас дела, ребятки? Вы не скучали без нас? Скучали. И цеху фокусить. Ах, под танком стоим, под танком стоим. На танк. Константин, а что у нас из юнитов сейчас есть? Сейчас все будет. Отлично. Сейчас все будет. Уже почти. Я, в общем, считаю, что отлично слетал.
Я делаю 2-2. Угу. Так, а скорость с оверлордом где исследуется, Антони? Ну, раньше она вроде бы исследовалась прямо в хате, нет? Я что-то забываю. Так, на самом деле они там уже идут, но там не разложено. Я сейчас сожру это все здесь дело. Ой, мина. Мина очень сладко заехала. Отлично. Там дотекание есть. Дотекание очень. Сейчас танк уберем. Берег из Blue Flame очень неприятно, на самом деле. Каков замес? Так, они там еще остались, я так понял, да? Конечно, остались. Ничего, делаем. Сейчас, 2-2 и выходим. Чё тут? Недостаточно энергии. Так, танчики я вот сюда перевезу, под бункера. Конечно, по-хорошему нужно побольше мародеров, но побольше мародеров взять, простите, неоткуда. Так что все будет глубоко минерально. Так, цицеха у меня есть, морфим и ставим куда-нибудь туда. Так, нычка уже перенасыщена. Это плохо. Все, выходим, пошли. Пойдем. Улучшение завершено. Месторождение минералов. Так, куда идем-то? Куда бы нам пойти? Я предлагаю все-таки вот здесь вот пройти. Пойдем. Потому что в лоб, потому что там наверняка все есть. Тем более. Хотя нет, смотри, тут бараки подняты, тут вообще халява. Но два танка могут разложиться. Ой, ты хату туда ставишь, да? Ладно, я на золото тогда. Требуются дополнительные хранилища. Требуются дополнительные. Я успею, если сейчас пробежать, а я успею пробежать, то. Давай. Вы посмотрите, какая кровище и мясо там, а? Ну-ка быстренько в медиваке и дроп туда. Что-то не так пошло. Дай 5. Отлично сыграли. Молодцы. Какое развлечение. Вот это серебро. Кошмар. Уровень 24, тираны. О, черт. Так, а это мы отборки же играем, да, ведь? Да, пока еще отборки. Макрогейм. Красота. Очень поздняя третья, на самом деле, получилась. И очень много supply блоков. Поехали, следующее. А, я же лидер. Ты же даже. Так, supply блоки. Я случайно митинка играю, поэтому какие будут, неизвестно. Дай мне бумажечку, пожалуйста, там на полу валяется, дай мне ее. Вот красненькая, ага, вот эта вот. Да, это я ел вафельку. Никому не говори, это секретная вафелька. Особенно маме не говори, всем остальным можно. Так, ну что тут? Все, кто будут смотреть стрим, тоже маме не говорите. Это секрет. Ты сейчас где стримишь-то? Слушай, я стримлю просто в Twitch, как бы, больше нигде. Я, может быть, с Нового года на Good Game буду стримить что-то, может быть. Но вот прямо сейчас у меня нет никакого желания что-то там, куда-то чатик, куда-то что-то. У меня просто очень много работы, я запаренный. Я понял. Да чатик, на самом деле, он как бы делится, стримеры все на то, кто на него обращает внимание, а то нет. Чатик делится на идиотов и нормальных людей. Вот когда идиотов больше,
Хочется Ну с да. ними перестать общаться в принципе. О, золотой тиран и зерк. Отлично. Тиран, причем такой, явно не первый день с нами. Про зерга, ну, тоже какой-то. Но они из разных кланов. Они из кланов. И мы такие, пацаны простые. I'm from Russia и love. Чмоки, ребятки. Мы с вами. Ванили унижение. Так, так, так. Ну что, нубы крабы, давайте. Что мы можем сделать? Видишь, пацаны так растерялись после того, как чист не прошел, что даже бараки ставить вниз не стали. В принципе, логично. Зачем? Так, все быстрее. Хотя ты и так там пробить должен был. Да, Такой там мясо было такое, что... гапшение все. У тебя сколько там? 4 хата в результате получилось? Нет, 3 получилось. 3 макро, Ну, наверное, если да? с макрохатами считать, там, по-моему, 2 или 3 макрохата было. Ох ты ж, То есть там был заказ на фул, на все ресурсы сразу, то есть четко. А я мог волнами просто слать, пока не выработаю все это дело. Это вот такая роль, когда играет тиран и зерк, если в тиме играть, то вот именно так желательно делать. Ну, логично, да. То есть пока тиран разводит, зерк макрится. Ох да. ты ж, ёжик, а. Ну что ж. Ну, с нами снова зерк. Против нас тиран и зерк. Мы играем в 2 зерга. Я не знаю, что делать в этом замечательном положении. Так. Так, 14-й пул, 15-я хата. 14-я хата, 15-й пул. Ничего не понимаю. 14-й пул, 15-я хата, короче. Ну, может и так. Повисим. Черт, я же заказал. Я не заказал надзирателя, я идиот. Отлично. Начало отличное. Не бывает. Нет, я его заказал и, похоже, отменил случайно, мискликнул. Вот я молодец, а. Тогда хата будет просто раньше. Нам нужно больше. Вливать будут 2 ранние хаты, да и все. Нам нужно больше минералов. Так, главное понять, во что они играют. Потому что сейчас опять какие-нибудь 2 шестых пула и... И все. Ну, зерк пришел на базу ко мне, то есть это уже любопытно. Возможно, пацаночку пришел. Ну, это можно. Возможно, да. Нет. Хотя просто проехал, по-моему. Так, ну я тем временем ставить буду пул сейчас. Да. Я же все равно, к сожалению, не умею играть зергом. Ну, тут ничего не поделаешь. Да не, я уже играл, конечно, я играл уже и не раз, и не два. И даже бейлинг бастить научился, но это же все равно все не то. Почему квину можно заказать только после того, как пул появится? Что за несправедливость? Так. Ну, вроде как логично. Логично, но она, кстати, в хате делается. Просто не, даже, по-моему, не из яйца. Или из яйца. Черт, склероз, а? Нет, нет, не из яйца. Тогда не обязательно. Дорожено. Опа, быстрая экспансия. Ачивочка. Класс. Сам от себя не ожидал. Так, 2 газа. Или хотя бы 1. Так, ну от зерга была, между прочим, не 15-я хата. Это точно. У тебя санка стоит на базе. У меня санка стоит на базе. Отлично. Братишка, спасибо, что пришел. Сейчас побьем. У меня собаки есть. Да не обязательно было дронов срывать. Она такая, как бы сказать, снупская немножко. Ни к чемушнее. Так, ну, тем квинов надо заказать вообще-то. Так, аккуратнее, Овер, спаси, спаси, он успеет. Успеет спастись, точно, там Марик не даст ему делать. Так, где Марик, я увидел. Так, можно уже скорость, по-моему, заказывать. Нет, еще нельзя. Окей.
надо развеситься, наверное. Самое большое, что у меня не получается, так это что? Правильно, я не умею правильно впрыскивать. Это моя слабость. Я слишком жестко трачу ресурсы, и мне всегда их не хватает. А в определенный момент, когда я на что-то отвлекаюсь, я вдруг не могу их тратить. Нет, с этим проблем никогда не бывает. Все-таки Теран в этом плане заставляет. Зеркало, ну да, да, это из-за нее именно так. То есть. Так, а этот третий играет, между прочим, быстрая. Если видно. Быстрая третья, вот так вот. Фаст. Ну, я вот думаю, сразу вариант. Скачай, я спрошу, дойду тебе. Я вот думаю, что делать, наказывать его? Нет, он бежит. Бежит в атаку. Я с овера не затыкал, к сожалению. И почему-то у меня рабочих очень много. Но мы постоянно прибываем. Халявишь? Есть... Нет. Здесь что-то не так. Так, ангелики. Ангелики, да. Ну, есть книга. Осторожно, собак. Спасибо. Сейчас скорость доделается. Очень любопытное решение. Окружить. Ну почти. Интересно, во что это будет выходить человек? Не знаю, во что будет человек выходить, я в беллингов. Ну, логично. Что беллингов-то? Так, где вот Квина? Неужели убили Квину? Похоже... Не так. Ух ты, как же вас дофига тут, а? Да идите вы нафиг пока. Так, они будут там хату сносить, все прекрасно. Ай-яй, ну что ж ты так, не уходи. Ой, у них ралипоинт сюда прибежал, отлично же. Ну ладно, сейчас сожрём. А, давай, ты тех, я всех. Хату все равно ставить надо. Отлично. Викингосики. Мешал бы разведка, конечно. Есть ли шпиль. Это дело желательно бы нам знать. Так, а что там такое-то? Чего еще? Немного всего. Наши союзники вступили в бой. Не хватает нашего языка. Мне немножко не нравится, конечно, все. У меня всех оверов, по-моему, вырезали. Вообще-то из всех. Это плохо. Юфлейм. Ну, что тут скажешь? Мало, что нет. Замикрит, перечнёт. Вот у меня сейчас денег дофига. Хилбаты. Ну, короче, будет от одного меха, от второго мута. Все логично. От меня сейчас тоже будет мута. Я вот тоже хотел муту. Ну что, тогда и такая гидру, наверное. А? Гидру тогда строить, если у тебя мута, у меня гидра, или у тебя гидра, у тебя мута, у меня рачи, да, наверное. Желательно так. Давай, короче, варон. Просто все очень плохо. Пока. Пока, да. Пока нехорошо. Почему?
Потому что мы по... Это позиционно, да, проигрываем? Да, вообще проигрываем и все. Так, вон там едут, но там, по-моему, едут гелики. Сейчас я попробую все это сделать. Нет, сами гелики. Мута. Ой-ой-ой. Мута? Ой, ну не мута, а викинги. Короче, летающих тринкотек. А у него, ой, много. Ну здесь мы слили, короче. Спокойно, играем. Я затыкал, очень много решений неправильных. А у них очень тупой, тупая эффективная штука была отыграна, и в принципе рабочая. Потому что викинги, хилбаты, которые в беллинге не завернуты еще. В принципе, можно успеть завернуть. Попробуем. Они плохо микрят, вот на этом можно еще вытащить, но я что-то сомневаюсь, очень сомнительно. Во-первых, очень мало дерлингов. Ой, не дерлингов, а всего вообще мало. И у них реализация вообще иная. Ну отбили же. Газ есть лишний? Газа мало лишнего. У меня где-то не качает газет, я так понимаю. Все очень, очень плохо. Так, а я, пожалуй, проверю зерга. Так, мне нужна скорость, наверное, беллингом. Мне, наверное, нужна скорость рачам. Да, беллингом, наверное, не нужна, а вот рачам нужна, если ты у них будешь играть. Да, здесь все чисто, отлично, прекрасно, здесь очень, очень все жестко. Так, у меня квину отжали. Очень много у него муты, просто огромное количество. Я не пойму, почему у меня так мало газа. Да, муты, смотри, сколько очень много детей. Прям очень... Надо было гидру делать. Нам есть чем отбивать? А, квины, слушай, квины! Да, что квины? Ну, отбивать муту. Не успею, сейчас будет налом. Сейчас будет гидроден. И мута еще подстраивается там. Короче, все. Не паникуем. Ну да, моя мута сливается и все. Все, блин, я слишком много лишнего строю, это вечная моя ошибка. А они просто играют от того, что ничего не делают и... Строй, строй, муту, строй, все будет хорошо, говорю тебе. Смотри, у меня вагон гидры сейчас будет. Ну, смотри, я не забываю про грейд тогда им. Стараюсь. Забегаки, ё-моё, очень приятный. Минус хата. Ну, это далеко, ё-моё. Ты замучил уже. Давай сюда всю эту дрянь.
Развитие завершено. Тиран надо вырубать. Сейчас, до заказ лингов. Выходим и мочим. Так, добавить еще газ. Добавить хоть куда-нибудь хэтчери. Крабы, блин, будут они нам рассказывать, что они лучше играют. Все, поехали Терану мочить. Плевать, я хотел на то, что там вообще хоть что-то есть. Дальше, дальше, дальше. Без остановок. И оверов мочить, в первую очередь оверов. Ну ладно, давай, давай, аккуратнее, здесь будет сейчас главное, главное сражение, я так понимаю. Там Торы, аккуратнее сейчас. Magic Box. Нет, там никаких Торов. Так, я мутку немного оттяну под бедру. Плачь, плачь, мне нужны твои слезки. Аккуратнее, там бейлингов очень много сзади. Но я сейчас здесь пошибаю мутой. Наверное, всех. А всех. Хату. Ну, получилось довольно-таки неплохо, на самом деле. Но было на грани. Ну, потому что нужно было не теряться, а драть их. Это все-таки, ну... Ну, что это? Ты сам подумай. Это же серебро и золото. И чуть-чуть поднажал. И они уже сливаться. Все будет в порядке. Так, продолжаем. Продолжаем. Видишь, не унизились. Вырвались. Сделали хорошо. Был бы Терн, у меня вообще порвали. Там было бы опять толпа маринов, им было бы плевать. Сейчас, секунду, мне же отец что-то просил. Сейчас. Да-да-да, давай. А я... Чашки. Спал, прям три. Так, ты тут, не тут? Да, сейчас я драйвер на принтер скачу. Ага, давай, давай. Мы никуда не спешим, нам совершенно никуда. Спешить, отборки точно пройдем, наверное. Должны же мы знать глубину нашего нубизма. Нубизм велик, наш нубизм велик. Интересно, кто со мной на Твиче меня смотрит сейчас? Слышишь, ты сейчас так раз, а там 300 зрителей. Так, ну что, поехали? Да, запускай. Твич,
вы имени меня. Сомневаюсь я, конечно, что тут кто-то есть. Не может тут кого-то быть. Но мы в Ливе. Кто-то есть. Трансляция идет. Мы в Ливе. Так, ну я там запустил. Ты запустил, я вижу, принимаю, да. Ты запустил, я вижу, принимаю, да. Ну, короче, непонятно, сколько нас смотрят, не смотрят. Я посмотрел. Один зритель есть. Все в порядке. Так, ну что, сейчас для красоты будет Протос еще, наверное. Ну, Протосом я не буду ничего придумывать. Я просто сделаю гейт, потом сделаю Старгейт. И пойду развлекать Старгейтом. А ты будешь пока макриться, а я буду там этими самыми оракулами. Я что-то в этой игре сделал все неправильно. То есть, видимо, было... Ты все правильно сделал. Мы законтрили все нормально. Мы все держали под контролем. В плане, что он вышел в третье, а я сомневался в том плане. Я начал делать лингов каких-то. И, то есть, я и не пропушил его, не наказал за третье, и не догнал по развитию. Ну, это бывает. В итоге чисто случайно получилось так, что они слили на лом, и неправильно. Стоило залететь, наверное, на мейн ко мне, им не пить. Ну, у них просто мало опыта, а у тебя опыта много, но ты его немножечко подрастерял, пока был в инактиве. Все нормально. Все хорошо. Ну, просто тут все надо запомнить это и... Опачки, вот это дабл протос, вот это круто. Вот это будет весело сейчас. Тут тоже явно какая-то тема будет, которую они знают. Это сто пудов. Это сто пудов. Айтос, да, и какой-нибудь Зилархон. Это если мы доживем. Скорее всего, это будет 8 гейтов каких-нибудь. Просто быстро. В общем, главное, главное пали пилоны. Ну, сейчас все узнаем. Скайтос это очень долго. Ты что, кто здесь будет в Скайтоса играть? Это же надо там построить маяк флотилии, три старгейта, что-то там батоны какие-то делать. Что-то куда-то. Потом желательно, чтобы это было с грейдом 2-2. Ух ты, ё-моё. Нам нужно больше минералов. Короче, будут забеги лингами, потому что... Ну, что тут еще делать? И, конечно, сейчас будет кто-то пытаться фотонить, обязательно. Это вообще, это... Ну, это же must have фотонить. Иначе никак. Димыч, не уходи, посиди с нами еще, а. Нам нужно больше минералов. Окей, давай. Нам нужно больше минералов. Так, а куда мы будем вставать? А вот сюда, да? Так, а где у нас выход с базы-то, ёшки-матрёшки? Ага, вот он. Вот выход с базы, а потом куда мы бежим? Я ничего не понимаю в этой карте, ну ладно. Я прощаю себе это. Здесь там вот так вот. Ага, все, я догадался. Ну, спидлинги. Но самое главное, чтобы нам вот здесь вот ничего не оставили, понимаешь? Здесь очень любят. Слушай, такие нам... моменты, когда рампа не контролируется на ранних этапах игры, они могут туда что-нибудь такое задержать. Неприятно. Не знаю, врачей сделаем и плюнем. Нет, ну там могут гиты ставить, там еще что-нибудь такое. Так. Хата стоит сколько у нас? 300. Я краб, я не знаю, сколько стоит хата. Так, ну я рабочим тут проехался. Оп, пробочка есть. Хата пошла ставиться. За рабочим я, пожалуй, пробегусь. Видишь, тут очень низкий, ну, в этих лигах очень низкий уровень принятия решений. Они стали катать одну тему, они с нее не слезли. С одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что если ты начал что-то играть, ты должен играть тему до конца. Но если уж ты вышел в макро, ты уже должен принимать какие-то решения, ты должен что-то делать. В противном случае ты проиграешь. Ну, как знать. Точно говорю. Там, наверное, застройка будет. Так,
скорость лингом. Оп. Да что вы говорите? Это что там такое? Ага, там... Ну, там нам как бы говорят, что застройка, очень да? Очень поздняя такая кибернетка прям. Так, ну... Я, наверное... Несколько зилотов-то... зилотов, зергов... Господи! Собак несколько я сделаю, короче. Давай-давай. Чтобы это... Грейт и Мута, наверное. Ну давай, я тогда врачи. Сталкер, гиты, 4 гиты раскрываются, пилоны надо уже где-то искать. В принципе, у меня собаки, видишь, там расставлены. И на подходах к нашей базе. Вот здесь вот только можно стоять. То, скорее всего, наверное, так и есть. Потому что там такое место. Но я сейчас туда всех отправлю. Кого нужно? Смотри-ка, чё. Дарки? О, дарки. Ну, нормально, чё. По спорке желательно быстрее ставить. Потому что лейеры чё не успевает. Спорки тоже не успевают. На рабочих лади пока. Да, хата будет потеряна. Ой-ой-ой. Что, это Оракл, что ли, еще? Да. Ну ладно, спорт успеет его убить, то буду он. Так, ну и лейер пора закладывать. Так, дарков-то мочи. Пилон-то пили. Иду, иду. Дарков я не вижу, к сожалению. Лейера-то нет. Давай хоть дар этот дарфшрайн успеем срезать. Пилон пили! Черт с шрайном, пилон! Пилон! Ты чего? Это же протос. Да я чё, помню что ли? Бывает, бывает. Все нормально. Все в порядке. Бля, сделай уже с ногами. Конечно. Ну что ж ты хотел? Так, мне нужны деньги хоть на какую-нибудь хату. Ой. Краб, мы с тобой, а? Нужно больше минералов. Наши союзники вступили в бой. Нам нужно больше минералов. Сам Дарков, да черт, вообще капец. Уходи оттуда, они напилят нас. Как детей. А я не люблю, чтобы как детей. Да поставь ты уже эту дрянь сюда, а?
Конечно, так. Ну, я не знаю, как у тебя, а у меня экономика уничтожена. Хорошо сделаем. Ну, я надеюсь. База союзников под угрозой. Нам нужно больше минералов. Блять, скорость как медленно делается, а? Не ругайся, нас смотрят дети. База союзников под угрозой. Проигрываем, Димуль, пока проигрываем, видишь? Нам нужно больше минералов. Ну все, здесь блокада вроде как снята. Так, ну что, я муту делаю. Ну как только будут деньги. Да, там уже довольно-таки много их идет-то. Плохо. Ну что, увидим. Может быть, они не идут, потому что, ну, им так довольно-таки много я имею для того, чтобы убить незащищенную базу. Не хватает надзирателей. А так-то, в принципе, уже не так и много. Сталкеры, идиоты. Надо встречаться. А не факт, что я успею. Ну, у меня что-то есть. Я могу помочь. Блин, или что это такое? Ну, я говорю же, Скай. Часть Ская. Небольшая. Блин, долго как рачки бегут. Муту береги, под сталкера несу. Он тут пытается не крить, конечно, но смысла я не вижу это. Нет, тут, конечно, конец. Муту слил, да? Ну, практически, да. Муту, Квин. Да. Ну ладно. Ладно, ГГ, чё. Окей, хорошо. Ну, тут вот явно ребята знали, что делали. Но мы, конечно, с дарками лоханулись. Это вот наш самый главный фейл, это дарки. Дарки. Ну, ничего. Бывает. Поехали. Уже в мастер-лигу не попадаем. Да, и мастер так не дают сразу. Больше. И в алмаз не попадаем. И алмаз не дают. Алмаз даются отборочно. Или уже не дают? Черт. Ну, вот в нашем случае точно не дают. Ну, в нашем случае это понятно. Я бы нам сразу алмаз просто не давал, я бы просто в бронзу нас бы поставил. Посмотрел бы, сказал, о, ребятки, после того, как вы столько наинакритивили, вам ну, вот бронза подойдет. Ну, так и есть. В общем, да. Ну же, следующие бойцы невидимого фронта. Ой, коты прибежали вообще адово. Устраивают тут свои игрища. Опасные. Типичные два зерга. Так. Протос с зергом. Золото. Что-то это будет. Что это будет, непонятно пока. Смутка я, конечно, опоздал из-за экономики. Ну и вообще, конечно, плохо сыграл. Ладно. Норм. Главное, застроились они грамотно от забеганий всяких разных. А мы, естественно, ни в каких бейлингов играть не стали, а надо было.
А в бейлингов мы играть не стали, потому что дарков. Да я не видел вообще грелок, там вообще не видел. Я бы гидроген раньше поставил, мы бы их встретили, потому что, ну, хотя да, да, да. Гриды были поздние. Так-то у меня ничего не... Я потерял рабочих 6 минут. А я потерял практически все. Ну, потому что овер у тебя там не висел. Я видишь, я 98% на нашей половины карты законтролил, а вот именно под тобой да, не успел. Да. А потому что... Овера бы надо было там повесить. Так, что у нас там? Зерк и протос, да? Недостаточно минералов. Хорошо. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Баньшечку что ли сделать раннюю, а? ЭСМ готов. Выкладывай. Недостаточно минералов. Поймут они, что я делаю раннюю баньшечку, или не поймут? Что-то фризит немножко. Америка. Америка. Что там у них происходит? Так, ага, процессы вижу. В общем, от банши главное пилон спилить. Больше от нее ничего не требуется. Хатка поздняя. Это, конечно... Ага, у тебя третья, да? Падла. Увидел! Пристройка завершена. База союзников атакована. Кому навешать? Есть нападенка. Отобьешься, нет? Угу. Угу, в смысле отобьешься или угу, в смысле отобьешься тут, пожалуй? Отобьюсь. Красавчик. Так, а протус там третью, что ли, поставил уже? Чего ты взял? Вот эта вот красная хрень наверху экрана, это что такое? Зерговская хата. А, зерговская хата. Ага, окей, хорошо. Мотор ревет! Приказы, не кричи!
войска союзников атакованы. А, там будет Скай наверняка. Хотя фотоночка одна, может быть, и не будет. Пристройка завершена. Подтверждаю. Войска союзников атакованы. Требуется дополнительная разработка завершена. Продакшн процесс отключаем. Светанешь зерга, с чем там делать? Линги вижу. Нет, что, вот прям сейчас не светанул. Прям сейчас я занят двумя пилонами. Так, у зерга еще одна хата там. Mm-hmm. Так, а у меня... Войска союзников атакованы. Я полный бред на базе. Войска союзников атакованы. Линга Бэйна, у этого дурика. Вооружен и опасен. Улучшение. Не знаю что. Шпиля не вижу, по крайней мере. Войска союзников атакованы. Это очень смущает. Кто сварпится ко мне через призму? Войска союзников атакованы. База союзников атакована. Пристройка завершена. Войска союзников атакованы. Дополнительное хранилище. Ну, это не критично. Войска союзников атакованы. Войска союзников атакованы. Завершено. База союзников атакована. Так, забегаем еще ко мне на вторую. Войска союзников. Убили вторую. Забегаем еще и на верхнюю. Войска союзников атакованы. Разработка завершена. Давай, удиви меня. База союзников атакована. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Дополнительные хранилища. Трудовым подвигом готово. Тут хатка. Трудовым подвигом готово. Разработка завершена. Требуются дополнительные хранилища.
Войска союзников атакованы. Кто с одной базой играет? Собирается фениксов делать. Ну ладно, пускай делает. Войска союзников атакованы. Войска союзников. Зверь грамотный довольно. Разработка завершена. Месторождение минералов. А я-то думаю, что не так? Лейер-то у меня нет. Это нужно сказать конец. Нет, нет, я не согласен. Давай, удиви меня! Трудовым подвигом готово. Войска союзников атакованы. Вверх бежит, бежит, бежит. Там беллинги со скоростью, все там есть. Я по беллингам. Наши КСМ атакованы. Войска союзников атакованы. Надеюсь, прокачу. База союзников. Войска союзников. Атака союзников атакована. Наши КСМ атакованы. Войска союзников атакованы. Месторождение минералов. База союзников атакована. Четыре хаты. База союзников, войска союзников атакована. Войска союзников атакована. Атакована. Все-таки решил выйти, а я тут процессы напилил почти. Почти всего же. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Зря вышел, могли бы. Потому что процесс тут как раз кончился. Ну ладно, вышел и вышел. Ну и тоже мастер Лего Зерк в прошлом. Да не, Зерк-то нормальный, процесс так себе. Процесс никакой. Протос, протос. А, протос никакой, но алмаз все-таки. Однако. Однако. Че-то каких-то крупных парней нам стали давать. Че это они? Мы так не договаривались. Это нечестно. Я протестую. Нам не хватает скилла. Сделайте что-нибудь. Ну, здесь просто были разводы и все. Слишком большие потери. Тут нужно просто отвечать тактическим действиям, и все. Либо спасать меня, либо харасить в ответ. Ну вот мы побежали харасить в ответ, но было немножко поздно. Нет, банша была плохой идеей, однозначно плохой. Надо было спокойно штамповать барак ЦЦ, толпу маринов, и тогда было бы проще. Тогда было бы проще. Это, конечно, мой фейл. Что тут нам пишут? А, пацаны в конфе как раз обсуждают ВЦГ. Ну-ну. 2-2, пока 2 выиграли, мы 2 проиграли. Сейчас третий момент истины, и мы попадаем в бронзу. Видишь... Очень долго ищет соперника. Я предлагаю на Европе поиграть, я не знаю, что-то... Фриза меня это немножко вымораживает. Ну давай пойдем на Европу, какие проблемы, отменяй. Ну уж надо было последнюю сыграть, что? Да ладно, все, там отберемся. Так, сменить игрока. Тут следи, там соль. Ладно, надо делать что-то более логичное, конечно. По крайней мере, за мейн расу. Поехали.
Просто видишь, я здесь вообще никуда не отбирался. Да, я отобрался только вот. 4 матча сыграл. Так, что же сделать? Так, стоп, я карту не проверил. Господи, что сделал? Давай я поиграю тиранами, господи. Так, я раз, два, утро. Также заправщик. Так, ну вот эта карта на самом деле дрянная. Надо сделать вот так. Так. А здесь мы отберем сейчас быстро за одну игру. В прошлом сезоне мы уже отыгрывали. Хорошо. Вот как раз нам одна игра осталась. Так, как же нам сделать? Что мне это не... Мне начинает смущать то, что они, когда зерк ставят хаты. Я, у меня третья была быстрее в разы. Но пришел Протос, и как-то получилось, что зерк не готов. И вот тот зерк не готов к подобной атаке. Но мы его не атакуем. Лучше со светом. А я не готов, меня атакует, я теряю x2. Ладно, будем делать дропа. Только и все. Ну слушай, и тут тоже что-то люди грузятся, как будто они тут пришли вообще, не пойми когда. Так, поехали. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. СМ готов. Ну, в общем, я в морпехов, там, барак ЦЦ, все такое. Ну да, стандарт. СМ готов. Недостаточно минералов. Понял. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так, а кто у нас там получается? Косы и рандом. Да. Понимаешь, браток минералов. Вчера... Недостаточно нет, минералов. Не браток. Недостаточно минералов. Или браток. Недостаточно минералов. А, браток. На двух риперов потерял... На двух риперах потерял сегодня, по-моему, то ли 16 КСМ, то ли 18 КСМ. Просто забеганием двух риперов в самом начале. Ну, то есть, это называется с нифига. Просто с нифига. И эти люди нас учат играть в StarCraft. Я был в шоке. Но он не сегодня, он вчера их потерял, а просто сегодня майкеровский стрим смотрел. Это так меня удивило, что я до сих пор хожу под впечатлением, причем под глубоким. То есть, если LiveZerk еще хоть что-то вчера показывал, то браток сегодня, блин... Недостаточно минералов. Я был очень удивлен, короче. Кого подлатать? Шестой пол. Шестой пол? Минералов. Готов. Войска союзников. Чё, подорвались, побежали. Ты отбиваешь, нет? Или мне рабов вести? Отбиваю, отбиваю. Тогда не веду. Есть, а у меня фотоночки. Вижу. Это гейт, это не фотоночка. Союзников атаковано. Давай. Войска союзников атакованы. Кому навешать? А? Прекрасно. Это и есть ЭСМ готов. Это бьешь? Откуда я знаю? Факт, да? Ну ладно, самое, что не фотоночка, вроде как просто нормально. Живем, гейт, да? Наверное, надо пилить-то, да? Гейт, а не пилоны. Да. Варп не будет точно. Так, ну ты часть рабов на добычу-то отправь, потому что у меня здесь как пришла подмога в виде собачек. Но я ее сейчас верну обратно, потому что нет, не верну.
Возвращать не буду, все в порядке. Отлично. Вина, не потеряйся. Что, больно? На соплях. Вина выжила. Так, мы здесь в порядке. Но еще одну клину в финала. Союзников. Могу ли я позволить себе написать факью? Да, конечно. Ладно. Это ДМЦ привилегия. Кто так исполняет, ребята, ну? Улучшение. И пилончики случаются, я уберу его сейчас. Два пилона, еще гейт ставится, ну вообще... Да обкурились, что ли? Так, в принципе, жалко, потому что так бы я сходил и убил бы Герга, наверное. Хотя, мне кажется, все равно он уже не догонит. Тут невозможно догнать, по-моему, нет? Я не знаю, я в этом не понимаю. Все, по-моему, они ливают. Нет, не ливает. Серия в сортах говна не разбираюсь. Да. Это правильная позиция, я считаю. Требуются дополнительные хранилища. Все проверим хатку, но я так думаю, что ее нету. Да, хатки нету. Здесь саночка и Роч Варен ставится какой-то водный вообще. Войска союзников атакованы. А вот от Тоса можно опасаться кого-нибудь, Ворока или Дарков, поэтому все-таки нужно что-нибудь. Так, давай-ка делать. Я поставлю себе инженерочку, кстати, все равно пора. Давай, давай. Даю-даю. А вот то, что зилки зилками, да? Хорошо, прекрасно, в принципе. Но самое главное, зерга, побить у него. Есть же проблемы. Атакованы. Что там у вас происходит? Я не знаю, я зерга бил. Не знаю, добил или нет. Но вот тут ко мне бегут зелки. Много? Нет. Тогда пусть бегут. Неуклюже. Ну, крепеты я быстрее, их очень много на споры доделают. Пристройка завершена. Войска союзников атакованы. Пристройка завершена. Ну, здесь, в принципе, меня все устраивает, как все получается. То есть ты доволен? Да. Я более чем доволен. У меня скопилось минералов 1700. Из этих минералов можно просто дом построить, если их сложить. Требуются дополнительные хранилища. Кого подлатать? Кому наверх? Так, по-моему, пора заканчивать с КСМами. У меня их более чем много.
подвигом готова. СМ готов. Грейдов вот нет, к сожалению. Круто, какой хитрый идет, хату сюда вставили. Ну там вроде не собачка была. Недостаточно ли схема? Недостаточно ли схема? Ты там Беллингов не встречал? Беллингов нет. Войска союзников атакованы. Зерка вообще мертвая, у нее ничего нет. А, ну ладно. Он пока рабочих отстроит там. Кто сейчас и потеряется, он потому что ничего не потерял. Все там что ли? Ну вот, мой дроп только подлетел. В общем-то, один затянул игру. Практически. О, yes! Давай, играй! Как давно это было? Как давно это было? Пошла жара, мы бросили! Вернулись к тому, с чего начали. Да, сотое место, посмотри, сотое место, бронза. Самое дно. Ты самое дно, ты днина, ты неудачник, ты играешь в StarCraft 2 на 2, ты бронза, у тебя сотое место. На Европе, пиздец. Хуже нету! Хуже нету. Класс. Так, надо как-то исправляться. Что-то как... Хотя бы, может быть, серебро. Так, поехали. Ну и кого вы нам даете-то? Ну ничего ж себе. Хотел сказать, опа, я снова тиран, а потом вспомнил, что, а как иначе. Недостаточно минералов. Я же выбрался тираном. Недостаточно минералов. Ладно. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Мы на самом дне. Та-ра-та-та-та. Лучше не найти. Ля-ля-ля-ля-ля. Требуется дополнительные проверки. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Так чувствуешь, расслабились, поняли, что в бронзе вообще бояться нечего. На самом деле это не совсем, конечно, так, потому что... Ну это да. Давай, удиви меня! Улучшение завершено. Недостаточно респена. Недостаточно минералов. Будет сделано. Кому наверх? СМ готов. Что это там пробежало такое? Я не увидел. Что-то красненькое бежало.
Что-то, что-то краснелось. Не в курсе. Риперок. Риперок. Ну ладно. На риперка насрать. Войска союзников атакованы. То, что я... База союзников помочь? Атакована. Нет, 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 нет. Я до Квины его докачиваю, я думаю. Недостаточно. Да? Так и получилось. Войска союзников атакованы. Так, ну тут два терна. Все отлично. И масбараки. Лаба реактору первого. Три барака будет игра, походу. Не знаю, что там будет. У меня будет дроп два танка и сколько там морпехов. Прекрасно. Недостаточно веспер. База союзника, войска атакованы. Атакованы. Недостаточно минералов. Ну, Терн так себе, с намеком на присутствие микро. Намек на есть? Угу. Уже немало. Вот верно. Не забывай, где мы. Газа я немножечко не дособирал, поэтому я вижу, что же с намеком на грамотное исполнение. А вот реперочки идут. Оп, залетели. Но я все-таки думаю, что будет пуш от них, поэтому я закажусь. Закажись. Ой-ой-ой-ой, вот я ступил как. Не увидел риперов. Среагировал немножко не так, как хотелось бы. Так, твой дроп пошел, да, Юра? Куда-то, да. Отвлеки его там где-нибудь, что-нибудь. А тебе нечем, да? Ну они, в принципе, сейчас можешь дропаться нормально, спокойненько. Мне кажется, все для этого есть. Да нет, я лучше на мейн, наверное, все-таки, да? На мейн, на мейн, на мейн, на мейн. Сюда. Конечно, вытащит. Здорово, пацаны, как дела? Кто в принципе там не прослеживается. Хо-хо. Зеркало менял все, что было. Все, что было. Вот и все, что было. Вот и все, что было. Ты как хочешь. А я наоборот ставлю третий. Да назови. Не мой еще. Для кого-то просто. Летная погода. А для меня просто передроп. И снова здравствуйте. Это по мне. Так, я стеночку по ему пробью, думаю. Войска союзников атакованы. Нет. Он, скорее всего, успеет. И здесь привет! Ха-ха, ребятки, ребятки, ну что вы? Видали вы когда-нибудь такое в бронзе, а? Танки, а? Как нехорошо. Провожающие, покиньте салон. Режим готов. И что теперь? Бегом, Амар!
пойдем-ка. Убьем его или еще поставим? Сейчас мои подойдут. Ну давай. У меня там тоже дотекучка. Есть свободенка. Вы вооружен и опасен. Улучшение. Кому наверх? ТСМ готов. Ну, в принципе, можно пробить тут пока. Да вот сейчас, сейчас вот эта вот толпа непонятных людей. Давай пробьем, пока вот с камня вот эти пробьем. Требуются дополнительные хранилища. Ну все. Подкладываемся и гоу. Успех. Прям так скажем, да? Да, это он. Вот, тиран, команда, игрок. Вот видишь, ачивонька. Не зря, не зря стараемся. Тиран уровень 30, а? Ну надо же. Обещали, кстати, повысить количество. Вы заработали достижение тиран командный игрок и новый портрет огнеметчик. Так, ну-ка у меня... Один был из серебра. Так, быстрый матч и командная игра. Ах, эх. Ну у меня всего лишь 505 побед. Мы апнули 46 мест, понимаешь, сейчас? Мы 54 место бронзы. Мы уже не совсем дно. Мы уже ближе к водорослям. Ну, если, конечно, в нашем водоеме хоть что-то растет. Это точно. Хотя я подозреваю, что в нашем водоеме нету даже воды. Тащить. А ты не посмотрел, кстати, кто они были? По жизни сами. Не. Ну, ладно. Ну, в общем, видно было, не знаю, я, делаю то же самое и буду вот на ХП или все это дропать. Да, ну, да. По крайней мере, планирую делать то же самое. Парам-пам-парам-пам. А я очень не люблю, когда вот любая раса выпадает. Конечно, ее же надо разведать, а ты не знаешь... А ты не знаешь, где ее разведать. Нет, где-то я знаю. Просто она не дает на халяву играть в 15-й хату и... Хотя, знаешь, чего я боюсь? Мне, в принципе, вообще пофигу. Ну да, ты же зерк, ты же имба. Ты забыл, что ли? Вот именно. Просто в предыдущем таком матче играл в 15-й хату, а меня возьми и чизани 6-й был. А, ну там можно, конечно, очень наказаться. Недостаточно минералов. Очень наказаться можно по этому поводу. Недостаточно минералов. Недостаточно. У меня был конек одно время 3 на 3, но с мастером и гамбом, когда играли, я в 3 хату играл. Неубиваемая смесь такая. Ну 3 на 3 это вообще такая нелепая катавасия, там же вообще ничего не понятно. Ну да. Я когда с ДМЦ и Ярусом играл, было абсолютно по барабану, что я присутствую на карте, в принципе. Я мог ничего не делать. Там были разрывы шаблонов такие, что... То есть я мог только строить этих самых, как они называются, рабов, и отдавать ресурсы, как бы, вот все. Все остальное делали они. Или там отдать ДМЦ Мазбаньшей, например. Ну, ничего. Он ими там микрил. У меня же очень высокий скилл, я сам-то не играю. Понятно. Так, тиран приехал на разведочку, это уже здорово. Осталось понять, это тот тиран, который тиран, или тот тиран, который, который рандом. Это тот тиран, который тиран. Недостаточно изначально. Ну, он палит газ. Он
Он палит все. Он сейчас попытается, наверное, меня пилить. Нет, не попытается. Жаль. Зря. Отличная тема. И во что же я играю, по его мнению, интересно? Улучшение завершено. Построю-ка я фэктори где-нибудь в стороночке. А то все умные стали. Недостаточно минералов. Вот в этот раз с газом проблем не будет. Недостаточно минералов. Все планируется вовремя. А там зверь, отлично, прекрасно. Но хата очень поздняя. Хата, прямо скажем, смутила. Не смущайся, это всего лишь хата. Режим готов. Выкладывай. Того подлатать. Режим готов. Оп-оп-оп, что там бежит такое? Опять что-то, что-то где-то бежит. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Недостаточно минералов. Союзников атакованы. Собаки со скоростью там очень неприятно, на самом деле. У меня танк уже есть, если что. Ну, то есть еще нету, но он уже почти есть. Что же, здорово. Танк на марше! Что-то я про газ-то погорячился. Газа не хватит. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Тебя на Зелнаге там пинают, да? Пинали. Пинали. Сейчас вроде все попроще. Недостаточно виспена. О, гам появился. Живой, настоящий. Молодой, вечно. Недостаточно виспена. Ага. Тоже спадил. Войска союзников атакованы. Что там? Так, ты это самое, крипту убавь. Убавь крипта. Нифига себе. Я забыл. Недостаточно минералов. Так, где зерк? Где у нас кто? Ага, зерк снизу, значит, терн сверху. Значит, там оверов, скорее всего, нет. По-моему, зерк сверху. Зерк сверху, терн снизу, да, вот. Правильно. Так, запрыгиваем. Так, тут нужны рочи Бэйна, я так понимаю. То, что меня с Зелнаги-то убрали неожиданно. Я даже не приметил. Да, вот прилети на Зелнагу. Вот на Зелнагу можно зачистить, чтобы собачка меня там не стояла? Мимо которой летит твой дроп. У тирана плюс две инженерки, у тирана играет био, отлично. Прекрасно. Атакованы. На самом деле это был реально фейл сейчас. Ну ладно, я думаю, они не увидели нас. Недостаточно. Странное тут изобразили из себя. Так, а зерк-то вообще как-то так тут стоит. Интересно, снизу, действительно снизу. И он меня ждет. Ждет. Эх, блин. Зерк, значит, странный, хата они расположили, значит, я уже запутался. Спокойной ночи, малыш. Ага, встречает. Что не дождусь? Дважды можно не повторять. Готов.
это фейл с дропом. Не вот очень хорошо. Ууу, это фейл с забегом. Ну, собачьи хоть заберу немножечко. Они под рядом. Отлично. Нестройка завершена. Режим готов. А! Чего пугает? Что происходит? Ладно. Войска союзников атакованы. Дроп, как он не вовремя, то мне нужна сейчас помощь будет. Скорее всего, потому что я ни хрена не успею. Войска союзников атакованы. Отменился. Ну, на самом деле, это правильное решение. Потому что я хату поставлю в другом месте. Вон он, развод. Ой-ой-ой, еще и надзиратели. Самое главное, да, вот здесь вот защищать место. Войска союзников атакованы. Ну да, там все зачищается. С генералом небольшая проблема. Получилось. Мута, ё-моё, вот это... Мута. Вот это подставно немножечко, прямо скажем. Ну, я там поставил этих самых. А вот и мне сейчас заберут еще одну хату. Походу. Хотя тут есть ядра, может быть, она сейчас отпрыгнет эту муту. Войска союзников атакованы. Да. Это произошло. Приказы будут? Раз, два, три. Хоп, на газ. Месторождение минералов выработано. Так, вот эти камни нужно сносить, они потому что очень немобильные. Пристройка завершена. Так, и где-то у меня клина есть? Одна, нет, убили клину. Требуются дополнительные хранилища. Что происходит? Требуются дополнительные хранилища. Войска союзников атакованы. Прочь с дороги! Так, ну аниматрица там жестко. Нужна какая-то... Это решение нужны. Ой, как жестко. Неприятный дроп. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Дроп-то мы отобьем. Войска союзников атакованы. Отобьем, да? Была такая надежда. Ну, били, действительно. Так, а тут внизу нету ничего, ведь можно сюда поставиться. Да, теперь, когда мы камни сломали, это перестало быть проблемой. Видишь, у них инициатива. У них в руках. Давай перехватывать, пошли атаковать в лоб. Пойдем отсюда вот. А, жду тебя на центре. Просто мута будет залетать, понимаешь, такие моменты? Понимаю. Требуются дополнительные хранилища. Трудовым подвигом готово. Я уже. Вон она. Надо ее ловить. Прямо вот здесь. Эх, не успел. Ну ладно. Давай, удиви меня. Я вижу, что без стимпака. Я такой молодец вообще сегодня, а. Войска союзников. База союзников атакована. Вот она.
Там дропчик небольшой, вот его нужно было мне отбить. Улучшение. Убивай, я пока завершено. Дотекаю. Войска союзников атакованы. База союзников атакована. Прочь с дороги! Вооружен и опасен! На два пошло. Давай-ка подождем чуть-чуть. Вот сейчас стимпак будет. Думаешь, отсветани вот сюда, если есть много этих. Я, может быть, там пробью хоть что-нибудь. Все, пошли, пошли вот сюда, отлично. Прямо через камни? Ну давай. Наши КСМ атакованы. Так, там дропчик. Ну ладно, эти маленькие дропчики отвлекаться смысла нет. Большого. Так, и мне нужно рачей вперед, потому что бейлингов очень много. Да, все отлично. Получилось, сюда с нами касаться. Но там еще очень много бейлингов. Сейчас я их приму. Ломаем. Хату покушаем. Давай. База союзников атакована. Ну, у тебя вся пехота выжила. Месторождение имени войска союзников. Это просто подсечка. Так, хату захочу. Давай к вам. Если пушку срезать. Хорошо, да. Где стимпак-то, ё-моё, уже... Выучись ты, блин. Войска союзников атакованы. База союзников атакована. Разработка завершена. Ой, беллинги вошли-то как, а? Они уже ливнули. Войска союзников не атакованы. Фу, что-то валидольно. Я беллингов не ожидал, просто не ожидал, не среагировал вообще. А когда те самые висят, как их, медиваки. О, я вспомнил, ну, медиваки, да, да. Там трудно. Да, 34-е место в бронзе. Ну, давай еще одну сыграем, и, наверное, мы ужинать будем. Уже 10 часов. Потом можно, если будешь, часиков в 12, можно будет еще катнуть. Так, а выходные же завтра? Да, я слышал. Выходные будут, потому что это суббота, воскресенье, такие дни. Нет, не совсем, но видишь, хвост отлетел. Вот, а он где-то на диване должен быть. Ага, вот. Вот этот пропеллер, он где-то там быть должен. Если его поискать, можно найти. Так, а что ты в золоте такой вообще прямо? А мы в бронзе. Опачки! Два протоса и, видимо, мастерлиговый протос. Что-то знакомый вот этот. Учит играть не мастерлигового протоса. Так, а во что же с ними играть? Рипер ЦЦ? Карта очень неудачная. Да вообще кошмар, просто кошмар. Мы попали, сейчас будет какая-нибудь нелепая фотонка, и все, и капец тут. Мне так точно. Ну, а я сейчас, знаешь, не полечу, наверное, первым овером туда. Повестника где-нибудь, да. И так мы знаем, что... А я сделаю рипера и все там разведаю. А, ну все четко. Да, я прямо здесь вот над входом его вешаю тогда. Потому что, ну, явно будет какая-то глюква. И дрончиком там, может быть, пробегись через некоторое время. Где-то должна быть прокси обязательно, или дарки, или что-нибудь такое. Ну, а я Рипер ЦЦ, второй барак, и там снова деваки, все такое. Мастер-лига, это будет трудно. Недостаточно минералов. Да не факт, что мастер-лига. Он ржавый тоже. В алмазе. Ну, ржавый в алмазе, и что мы бы отбивались каждый раз от ржавого, я сомневаюсь. Он хоть и играет одни и те же чизы, но, блин, играет-то он их хорошо, надо признать. Ну, не знаю. Люди-то скатываются. Хотя он сегодня джим, вчера джим тоже сыграл. Блинк пуш на 10-й минуте, или на какой там он делается. И все, и прожал. Недостаточно минералов. Прожал, и ничего ты с ним не сделаешь. Недостаточно минералов. Если откатана страта, то... Недостаточно минералов.
Никаких шансов нет у людей. Это двое вылетает, да? Ага, желтенький, красивенький. А вот и пробочка прилетела. Приехал, да, Эхо? Я вот ее упустил, на самом деле. Это она пилон, интересно, поставила здесь или нет? Нет, не поставила. ТСМ готов. Я покатаюсь за ней. Ай, зачем? Давай. Зачем? Мне не нужен этот. Эта хренька мне не нужна. Мне нужно ставить. Так, а где я ставлю свою вторую? А вот здесь я ставлю свою вторую, да? Да, вот здесь. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Улучшение. Недостаточно минералов. Я иногда так жалею, что я не протос. Раз и забустился, вы представляешь? Минералов. Вот сейчас, там рипер. Рипера ты хочешь сделать побыстрее? Ты раз и забустился. Да уж. Ты лучше вот нему вот кидай на следующее, попробуй заскань. Потому что овер-рипер далеко очень. А, я рипер просто... же, рипер, все вижу. Я вижу, все понял. Я, видишь ли, просто привык... Пристройка завершена. Сканить. Это у него, у этого типа стандартный билдец. Да. Пожалуйста. Вот так. Опа, уже две хаты, ты посмотри-ка. В смысле? Ну, в смысле, в прямом. Два Нексуса, да где же? Два Нексуса, да, вон, раз, разные, раз, два. А, это разные протосы? Цвета разные. А, я же смотрю их, как обоих красных. Нету, нету экспандер. Атакованы. Вот теперь есть экспанд. Видишь? Стоит. Ну что, пойдем мы сбить-то? Мне нечего. Я сейчас рачей наделаю. Я буду делать сейчас пехоту и по мере сил буду добавлять туда, к этой пехоте, кого-то. Да, давай. Пехоты будет много, но она будет не сразу. Завершена. ТСМ готов. Улучшение. Пошло, поехало. Недостаточно минералов. По Артемным заветам грейд на деф я делать не стану. Плюс одинку сделаю. Я, кстати, там мазеркора ни одного не увидел. Вот это меня несколько удивляет. Пристройка завершена. Так, полетел я фактой смотреть, что там. Давай. Сканчик я вброшу, там робба. Колосятни я не вижу. И мазеркор я вижу. Недостаточно весны. Разработка завершена. И висит над нами овер. Прямо надо мной. Давай до Старгейт. Один пока. Старгейт, центрики. То есть, короче, штука.
Что-то макро. Это что-то макро. Не, ну уже макро. Мне кажется, они вот сейчас вышли. Вышли в атаку. Недостаточно виспена. Поэтому мы сейчас можем наткнуться здесь на очень жесткую. На очень жесткую штуку. Потому что. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. Ну, фотонка там торчит. Феникс, ну это иллюзия, наверное. Конечно, иллюзия. Войска союзников атакованы. Да. Чего там? Иллюзия. Улучшение завершено. Ну что, я пошел дропаться. Ну, давай. Недостаточно виспена. Дополнительные хранилища. За твой счет. Вооружен я. Провожающий с трудовым подвигом готова. СМ готов. Требуются дополнительные хранилища. Кто-нибудь вытащит меня отсюда. Работа завершена. И жалко фотонку, они фокусят, так могли всех рабов спилить, пока он реагировал. Нексус спилим. Даже под оверчаржем спилим. Даже при всей подкрепе спилим. Ай-яй-яй, не тот медивак, он убил. И что теперь? Ну зато мы знаем, что там есть. Месторождение минералов выработано. Что там много его, да? Нет. Здесь нельзя строить. Мешает. Будет сделано. Здесь нельзя строить. Угу. У тебя что, лимит? Приказы будут? Пока нет. Ну, довольно-таки неплохая штука. Я просто думаю, в лоб я не пробью. Поналил. Ну ты убивай тумарки, ты же их видишь. Да, тут, союзников тут неплохо, на самом деле. Войска союзников атакованы. Пристройка завершена. Светания, прям куда-нибудь к ним. Вот тебе пачка. А да, с другой вот стороны еще есть? Слева пристройка. Вон там армия. А нет, просветочек больше. Колоссы. Да, там колоссы. Зря, наверное, я тут один полез. Да, а наверное. Все не так плохо получается. Потому что ресурсы-то есть ведь. Текучка будет. Если у них собирался какой-то выход, у нас срочился довольно-таки неплохо. Слушай, вот ты вот крипа тут налил. Внизу, внизу, где у тебя овер плюется. А, убирай. Бери, пожалуйста. Я туда сейчас... Где я поставил свою цецеху-то? Ё-моё, я же её ставил. Машувать. Вот она. К трудовым подвигам готова. Что она новенького? Чего пугает? Недостаточно минералов. Давай, удиви меня! Время действовать. Улучшение недостаточно. Дополнительные хранилища. Подожди, сейчас пойдем. Б.
Да я просто хочу, чтобы у них не собралась критическая масса. Просто много баф, они работают, и нужно это разменивать. Они, правда, меня встречают большим количеством колосс, на самом деле. Так. Филдрик неплохие. Грелки, тут много грелок. И все, и я тут уже один не справляюсь никак. Сейчас дропнемся. Месторождение минералов выработано. Так, значит, смотри. Вот этих сейчас... Бери вот этих моих морпехов. Сейчас я тебе их отдам. Так. А как сделать-то? Ага, вот. Все. Бери вот эти в пачку и веди их с собой. А я пошел дропнуться с другой стороны. Что еще? Нас хватит? Меня здесь филдаймер раскидает. Я отвлеку. Все будет нормально сейчас. Конечно, давно не висит опса. Я не знаю, висит на тобой опс или нет. Я знаю, что я Nexus отжал, и сейчас буду передропываться дальше. Залетай уже, Жеш. Не оттянулись там у тебя, да? Да, 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 там вообще огромная пачка оттянулась. Так оттянулась, как будто. Как будто в последний раз. Давай, давай, врывайся. Ага, отлично. А я с другой стороны дропнусь еще. Вот так-то вот. Детишек их будем сейчас. Колосс раздают, что очень по-царски. Да, меня тут немножечко разобрали, но разобрали одни колоссы. А я разобрал продакшн. Все, прекрасно. Я убиваю кибернетку и старгейча с убьющим. Трудовым подвигом готово. Требуются дополнительные хранилища. Ну, наконец-то. Так точно. Прием. Требуются войска союзников атакованы. Прочь с дороги. До прибытия. Вооружен и опасен. Требуются дополнительные хранилища. Садись, прокачу. Войска союзников атакованы. Да ешешь. По-моему, отлично сделали. Глянем, кто это такой был. Ну, я помню, что-то его, мне кажется, ник. Ник знакомый, да? Может быть. Где-то, видимо, встречались. Ну, я неплохо тут отыграл в руки гидру. Прям. Ну, это... Да не, классический развод получился. Посмотри, как хорошо вошло вообще. Так, ну один был алмаз. Да, плотный. А второй не знаю. Я уже закрыл эту самую штуку. Вот. Ну ладно, я, пожалуй, все-таки ужинать. Ну давай, здесь чуть пишут. Вот, да. Ну ты будешь здесь еще или нет? Скорее всего. Ну, это скайп у меня останется, контакт останется, так что там найдемся. Ну окей, давай. Пиши.